В Мексике в результате беспорядков и протестов против роста цен на бензин погибли 6 человек, еще около 1500 задержаны. Напомню, горючее в стране с начала года подорожало сразу на 20%. Это решение вывело на улицы тысячи возмущенных мексиканцев. Демонстрации по всей стране проходят уже несколько дней. Во многих городах они переросли в беспорядки и грабежи. По данным стражи порядка, разграблено около 500 магазинов. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару. За 2016 год девальвация песо составила около 20%.